Напомним, трагедия произошла в субботу вечером в одной из многоэтажек на Люсдорфской дороге. Сотрудники милиции выяснили, что девочку выбросили из окна квартиры на 8-м этаже. 9-месячная малышка погибла сразу. У субботу, поздно ввечері, до милиции надійшло телефонное повідомлення про загибель малолітньої дитини. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що в результаті падіння з 8-го поверху 9-поверхового житлового будинку загинула 9-місячна дівчинка. За підозрою у причетності до загибелі дитини затримано її 26-річну матір. Сотрудники милиции застали мать в состоянии сильного алкогольного опьянения и психического возбуждения. Горе-мамашу доставили в Таировский отдел милиции. На допросе молодая женщина вела себя агрессивно и неадекватно. В содеянном призналась, однако объяснить свои действия, совершенный ею поступок, не смогла. Отстаньте от меня! Сколько мне дождь вела сегодня ночью? По какой причине? Из-за меня! Зачем ты это сделала, скажи? На почве чего? Не могу понять, я не знаю. Возбуждено уголовное дело по статье убийства малолетнего ребенка. Подозреваемая находится в СИЗО. Ей назначена судебно-медицинская экспертиза.